преддверии Нового года магазин «Клади, пакуй» пригласил нашу съемочную группу, чтобы рассказать покупателям о своих товарах для создания праздничного настроения. Наших дорогих покупателей, гостей города Шадринска приглашаем к нам в магазин приобрести подарки, сувениры, упаковку, посуду для фуршетов и корпоративов. Всем будем очень рады, поможем с выбором. Хотела бы обрадовать наших покупателей. У нас наконец-то появилась пиротехника, которую спрашивали наши покупатели, ждали. Мы постарались подобрать в ассортименте самое-самое интересное, самое удобное для по ценовой категории и для оформления любого праздника, не обязательно Нового года. Поэтому любой желающий приобрести может подойти. Девочки, продавцы магазина готовы рассказать, показать и даже предложить какую-то композицию из пиротехники. То есть это может быть и фонтан-салют, римская свеча плюс цветной дым для большего эффекта в праздник. Каждая коробочка, каждый салют, фейерверк имеет свой сертификат, все имеется в наличии. Каждая коробка имеет штрих-код, который мы сканируем и воспроизводим на монитор. То есть можно посмотреть, сколько эффектов, какие эффекты и по времени, сколько длится каждый салют. Для оформления нашего интерьера нужно обязательно обратить внимание на гирлянду. Сейчас еще модно и не только интерьер, и с улицы оформлять, поэтому здесь у нас вы можете увидеть, и чтобы красиво оформить комнату, чтобы оформить фасад здания, может даже сад. То есть уличные гирлянды, есть комнатные, есть гирлянды на батарейках, есть с насадками, есть просто без насадок мерцающие. То есть на любой вкус, то также на любую ценовую категорию. Конечно, мишура, дождь, новогодние шары, елочки, звездочки, снежинки, есть отдельные бантики. То есть все-все можно использовать для оформления и интерьеров, для оформления елочки. И, конечно же, елочки. Есть искусственные, есть интерьерные, есть настольные, напольные, белые, синие. Есть просто они сделаны из мишуры, блестящие. Любая елочка, какая только понравится. Наши покупатели постоянные уже специально идут к нам за коробками, потому что каждый год мы ассортимент обновляем, приобретаем уже коробочки с символом года, вот как в этом году с дракончиком. Объем тоже стараемся подобрать для каждого. Самая большая коробка это у нас на 1,5 килограмма под сладкие подарки, под сладкие конфеты и леденцы. Самая маленькая у нас 700 грамм. А что касается не сладких подарков, а когда мы хотим просто красиво там варежки, шапочки, шарфики упаковать, еще какие-то. Тогда, конечно, вам подойдет вот такая коробка. Очень красивая, очень практичная. То есть ее в дальнейшем можно будет использовать как шкатулку, как память о человеке, который подарил тут теплый, самый лучший подарок. Для оформления новогодних подарков большой выбор новинок в упаковочной бумаге. Это глянцевая, есть крафт-бумага тоже с новогодней тематикой, пленка упаковочная. Есть для детей, для мужчин, для женщин, на любой цвет, вкус. Хотела бы напомнить, что если вы приобретаете бумагу упаковочную у нас, тогда мы вам с удовольствием поможем запаковать любой подарок любого размера и любого количества.
пакеты, как бы мы к ним ни относились, мы все равно их используем. И накануне праздников нам особенно нужна упаковка. И для того, чтобы что-то перенести, а может быть и подарить, если у нас какой-то такой подарок, который вполне в этот пакет войдет. Что у вас есть, что вы можете предложить сегодня мне как покупателю? У нас очень большой выбор пакетов. Крафтовые пакеты с рисунками в этом году очень красивые пришли. Не всегда мы можем накрыть, не всегда нам удобно поставить хрусталь, стекло. Mm-hmm. У нас фуршет, допустим, на работе или где-то мы на бегу, потому что рабочий день. В этом году мы пополнили наш ассортимент фуршетной посудой. Пластиковая посуда очень удобна. Допустим, у вас корпоратив на работе, можно принести угощение какое-то с собой или с собой взять также, вот как я говорила, в гости. Марин, упаковки у вас для чего? Я вижу, что их очень много, они разного цвета и разной фактуры. Для чего упаковки? Коробочки есть разные и для рулетика, также праздничная, вот для Нового года можно подобрать, для капкейков, для конфеточек. Девочки у нас рукодельницы делают тоже разные штучки интересные. Марин, что на этой полке? Без чего мы и в будни не можем обойтись, и в праздники? Да, это правда, но здесь салфеточки. Вложения очень разные, размеры разные. В завершении экскурсии по магазину «Клади, пакуй» его директор Анна Казакова напомнила о новогодней акции для покупателей. Для наших подписчиков в группе «Контакт» сейчас начался грандиозный розыгрыш, где будет разыгрываться именно пиротехника, главные призы и много-много сюрпризов и подарков для наших покупателей, которые еще не подписались. Поэтому мы приглашаем. Заходите на нашу страничку, подписывайтесь, участвуйте в розыгрыше и приходите к нам в магазин.